Какие планы, Владимир Иванович? А? Никаких. Да подожди, сейчас такси подъедет. Да поедем. Куда же с пакетами идти с такими? А ты что делать будешь? Сейчас поедим. Я не хочу есть. Дай. Сам поешь дома. Дай прикурить. Пакеты отвезешь? Приходи. В Сбербанк пойдем. Что, еще денег? Ну, как пакет отопрешь, приходи, пойдем сходим. Ты понял? Угу. Долго будешь ходить? Нет. Отдыхать будешь? Угу. Или сразу придешь? А? Дай прикурю. Долго ходить, говорю, будешь? Нет. Домой надо идти, Сань. Пакет отнесешь, заходи. В Сбербанк пойдем. Там еще тебе подгон. От Макса с Барнаула. Вторая серия. А ты все, тратиться не будешь больше? Нет. На завтра? Угу. Я понял. Сейчас такси подъедет. Я тоже пока телефон заряжу дома. Дома буду ждать угу. тебя. Ты понял? Угу. Всем добра, друзья. Едем дальше. Ждем такси. Владимир Иванович, пакеты домой. Или сейчас сразу заедем в Сбербанк? Не, пакеты отвези домой, потом заедем. Потом сходим. Продолжение следует, друзья. Спасибо, что с нами. Ну и не забывайте, пишите, кто с какого города смотрит. Всегда интересно. Будь добру.